Первая глава послания к римлянам, апостол Павел говорит, не видим его, через рассматривание творений видимы. Так что люди неизвинительны, уншульдиген, неизвинительны. Неизвинительны, что говорит, я не знаю, Бог есть или нет. Откуда все взялось? Посмотри на пальцы свои. Только подумал, и так и повернешься. Можешь печатать, можешь играть. Все органы. А откуда взялась мошка? Откуда карась? Откуда гусь? Все. Бог, великий Бог все сотворил. Все прекрасно. Дарвин никогда не доказывал, что гусенок от поросенка родился. Он не доказывал этого. И от обезьяны человек он тоже не доказывал. Он говорил, видоизменяемость, приспособление. Бабочка на этом туманном Альбионе, она серая сделалась из белой. Только и всего. Ничего больше не было. Как человек, ну, кожа у него меняется, меланин там какой-то, что там, который много на солнце бывает, оно на ребенке это и не отражается. Поэтому тут все сотворил Бог, сотворил премудро. Ну и нужно, ты должен знать и астрономию, потому что Бог сотворил, как луна светит. Ну, все, что говорится, я вот птицами, орнитологией занимаюсь все время, я не могу надивиться, какие прекрасные, и все Бог обдуманно, как будет она есть, пить, прятаться, размножаться, и все, все прекрасно. Куда я ни гляну, везде Бог. Все сотворил он. Что доказывать? Доказывать еще не надо. Только безумец сказал в сердце своем, нет Бога. А почему? Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Псалом 13, 52.